is where they make the Molotov cocktails. She says she's going to show us them now. These are the only weapons she has, but she says she's ready to fight. Let those Russian shits come here, she says. We are ready to greet them. How did you learn how to make Molotov cocktails? Google helped, she tells me. You Googled it. Moments later, she's off. Russian forces are still moving forward. And there is much work to be done. Какого хера вы тут робите? Ну, сейчас наш с вами разговор ни к чему не приведет. Вы оккупанты. Вы фашист. Не сказал. Женщина. Возьмите семечки, положите сырые, чтобы хоть подсолнухи росли, когда вы здесь ляжете. Сейчас наш разговор ни к чему не приведет. Давайте не будем усугублять это. Пожалуйста, будем усугублять. Наш с вами разговор ни к чему не приведет. Ребята, положите информацию. Ничего не решит ситуацию. Пожалуйста. Как усугублять Пожалуйста, ситуацию? Не будем усугублять ситуацию. Наш Ребята, с вами разговор ни к чему не приведет. Вы пришли на мою землю. Хорошо, я вас выслушал. Вы понимаете? Вы выслушал. Оккупанты. Хорошо. Вы враги. Да. И вы уже с этой секунды прокляты. Все. Да. Я вам отвечаю. Все. Теперь послушайте меня. Я вас услышала. Не будем усугублять ситуацию. Пройдите, пожалуйста. А куда уже усугублять? Вы пришли, блядь, непрошенные твари. Конченые. Все. Я нахуй тоже. На всякий случай. Would you take up arms? Would you stand out in the street? I doesn't have another choice. I have to do that. You would fight? Yeah, I will be fight. Зупиняйте ворога всюду. Всюду, де ви бачите. Доля України залежить тільки від нас, від українців. Ніхто інший, окрім нас, не буде керувати нашим життям. Ми на своїй землі, за нами правда. Знищити наш характер не вийде. Ракети «Калібр» безпорадні проти нашої свободи. Росії все одно доведеться рано чи пізно говорити з нами, говорити про те, як закінчити бойові дії і зупинити це вторгнення. Чим швидше розмова почнеться, тим меншими будуть втрати самої Росії. Шановні громадяни України, захищаємось, не зупиняємось. Слава вам, слава нашій армії, слава Україні!